Основная цель конкурса – напомнить всем о необходимости быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Организаторами конкурса стали госавтоинспекция и Управление по образованию и науке. Ребята из разных школ курорта соревновались в находчивости и остроумии. Объектами их шуток в основном были герои, не желающие соблюдать правила движения, из-за чего с ними случались различные казусы. По результатам конкурса победителями стали ученики средней школы номер 55. Их команда под названием «Зебрята» заняла первое место. Но без наград никто не остался. Всем участникам вручены памятные призы и грамоты от начальника ГИБДД Сочи. Довольны остались все и участники, и организаторы. Было решено конкурсы такого формата проводить регулярно.